Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я сегодня в Воронеже веду презентацию вот этого автомобиля Havail Dargo. Китайский автомобиль, совершенно новый. Сегодня прям премьера. До этого его никто не видел, поэтому сейчас предлагаю посмотреть, поговорить со специалистом. Я нашел менеджера, он сейчас нам все расскажет. Обязательно проедемся на тест-драйве. Ну и, собственно, обсудим китайский автопром, потому что мне кажется, что в скором времени мы все пересядем на китайцев. Не на эти, так на другие, потому что другие импортные машины, увы и ах, нам практически недоступны. Давайте начинать. Начнем с внешнего осмотра. Он напоминает сразу много автомобилей. По мне так это что-то типа Land Rover, может быть немножко Nissan X-Trail, может быть немножко Renault Duster. Ну вот как-то вот так. Ну в любом случае выглядит симпатично и достаточно брутально. Вот на самом деле машина огромная. Давайте я вам покажу цены сразу. Стартует он от 3 199 000 и максималка 3 749 000. Чтобы вы понимали, рядом автосалон Audi, и там за такие цены вообще ничего нельзя купить. Машина большая. Сразу пойдемте в багажник. Мне тут в багажнике очень интересное дело. Естественно, все нафаршировано, естественно, все на кнопочках автоматически. Смотрите, багажник большой, и это понятно. Здесь хоп, полноразмерная запаска. Вот, и такого точно не видели. Видите, внутри запаски сабвуфер. Вот такой вот прикол. Я не знаю, прикол это или нет, но это, как по мне, так точно саб. Вот, соответственно, есть такая полочка. Вот, что еще по внешке? А, сзади выглядит машина следующим образом. Не знаю, что вам сзади напоминает, тоже можно написать в комментариях. Ну, как бы... По значку понятно, что она должна напоминать. Вот. Четыре цвета у машины представлены. Сейчас давайте я вам их тоже покажу. Вот, соответственно, благородный агат, сапфир, кварц и черный. Я так понимаю, что это у нас кварц. Надо поговорить со специалистом, узнать что да как. Это новая модель, появилась у нас относительно недавно, вот сейчас презентация происходит. Построена на платформе Lemon, но это на базе Julion. Что интересного, 2 литра, 193 лошадиные силы, 320 ньютон крутящий, 7-ступенчатая роботизированная коробка, представлена на данном автомобиле. Вот. Большое количество управления режимом полного привода. Всевозможные помощники электронные, такие как удержание полосы, беспроводные зарядки, там, датчики слепых зон, много-много другое. Есть все. А что внутри конкретно интересно? Салон. Что по салону? О, три вида салона. Есть черный на черной коже с черным потолком. Есть у нас белый с белым потолком. Есть черный салон с оранжевыми вставками с белым потолком. Есть все. Из функционала здесь, наверное, не знаю, чего только нету. Да и все здесь есть. На самом деле здесь и проекция на лобовое стекло, и автопарковщик, который, я не знаю, вот электронный электропривод задний багажник присутствует. А по размерам с чем можно сравнить? Вот что в таком же классе, в таком же размере? Ну, на мой взгляд, если из конкурентов, я не знаю, это тот же самый Outlander или, допустим, Санта-Фе, Hyundai Санта-Фе. Ага. Ну, если брать корейских, японских собратьев. Что касаемо, если брать с линейки Havail, он ближе похож к нашей модели F7. Ага. Вот. Просто немножко другой двигатель стоит, модернизированный, более доработанный. Прошивки здесь сделали более качественные в плане работы двигателя коробки передач. Вот. И, соответственно, поставили больше электронных помощников. А какая гарантия, какой металл вот этот? Оцинкованный кузов, все кроме крыши, гарантия 5 лет, ой, 3 года либо 150 на машину и 6 лет на лакокрасочное покрытие. Номер один в Китае занимает автомобиль марки Havail. Что касаемо в России, они пришли далеко и надолго, не зря они в 2014 году поставили завод в Туле, что говорит о том, что они отсюда уходить не планируют, что нельзя сказать о наших... Ну, якобы конкурентов. Те все остальные китайские производители, которые сейчас существуют на рынке, либо собираются в Китае, либо
либо поставляются у нас в Беларуси. Ну, скажем так, что усложняет немножко логистику по запасным частям, ну, доставку, соответственно, и доставку новых автомобилей. А эти собираются в России, получается? Тула, да. Завод стоит в Туле, собирается полностью у нас. Двигатель и коробка приходят в сборе с Китая. Сейчас, на самом деле, к тому из-за того, что машина производится у нас в Туле, и Китайская Народная Республика, наши товарищи, скажем так, с поставками и комплектующими проблем нету. Машины есть, если чего-то нет, в течение 2 недель привезем. Так, друзья, ну и ролик будет неполным, если я не проедусь на машине белого цвета. Вот такой тестовый автомобиль. Сейчас попробуем. Слушайте, а в белом он выглядит прям прикольно. Мне нравится. Ну, больше, чем вот такой серый. И здесь, смотрите, здесь же стеклянная крыша. Хоп. Белый салон, кайф. Вообще дорого-богато. Классно выглядит. Так, я вот не знаю, за рулем ехать или лучше пассажиром. Я пока оценю, кстати, этот... Сам за собой сейчас сяду. Я коротышка, кстати. Мне вот... Ну вот я лег. Вот я лег впереди. И сейчас, как истинный автоблогер, я сяду сам за собой, чтобы оценить. Во мне 1,70 м, если что, поэтому мне как раз любая машина. Вот. И здесь. И здесь я тоже лег. В общем, для меня идеальная машина по размеру. Блин, как мне нравится крыша вообще. Ну, багажник не сказать, что большой на самом деле, но я так понимаю, что этот, этот ряд сидений не сдвигает. Я когда езжу на съемках или на какие-то мероприятия в машинах, я обычно перемещаюсь вот в таком вот виде. Я просто вытягиваюсь. И здесь, я вам хочу сказать, я помещаюсь целиком. То есть, чтобы вы понимали, вот, до двери нога. То есть, идеальная машина для сна. Вообще кайф. Так, я жду менеджера. Вон он, идет. А заводить это надо что? Педаль тормоза, от которого в середине? Я езжу на механике, если никогда что. Никогда с автоматом еще не ездил? Не ездил. Но редко. Это все то же самое. Так, надо подвинуться. Как это сделать? Слева электропривод. Слева. А тут везде, да, электроприводы? Я так понимаю, тут на всем. Так. Класс. Такая она огромная. Так. Будет прикольно, если я разобью тестовый автомобиль. Останется памятное видео. Да, будет супер контент вообще. Блин, я там ничего не вижу, это какой-то, ну, реально стол. А, вот! Ой, классно как! Ой, как прикольно! Короче, ощущение, что я, ну, в чем-то огромном сижу. Сколько она стоит такая? Вы сейчас сидите 3,769. 3,760. Это с чем можно сравнить? Вот что сейчас на рынке можно купить за эту цену? Ну, из иномарок топовых что? Ну, вот в таком же классе, в таком же размере. Ничего. Ничего? Ничего. Класс. Прикольно. Какой у нее расход? 12 литров показывает. Ну, а это же вот сейчас я пока разговариваю. То есть, ну, а так вот она будет литров 10, наверное, да, есть? Это что она сейчас запикала? Слушайте, друзья, ну мне нравится. Это прям высоко, кайфово и, блин, прикольно. А это вот что вообще такое? Надо что-то нажимать же, наверное, не надо? Класс. Так, друзья, мы съехали на бетонку. Все-таки это же у нас внедорожник. Вот, позиционируется как универсальная машина для города, да и для бездорожья. Просвет 200? 200 дорожный просвет. Куда? В какую кугу? О, сейчас рельсы перескочим. Слушайте, она мягенькая. Мне нравится. То ли от того, что новая. Прямо? Направо. Направо. Сейчас в лес уедем. А, во, бетоночка. А так можно быстро ехать по бетонке? Можно. Можно? Класс. Слушай, ну она такая, не то что жесткая, но упругая. Вот, слово упругая хорошее. Она прям так прикольно.
Хоп, разворотик. Какие габариты у машины? Она здоровая? Нет вообще, если так просто по внешним габаритам? То она как обычная красавица. А. Ой, я даже заднюю научился включать на автомате. Чувствуете, какой специалист за рулем? Покажите дорогу, покажите, что там бетонные плиты. На видео не будет видно. И нет никакого громыхания, кстати, вот в салоне машины реально тихо. Шумоизоляция прям крутая, я вам хочу сказать. Ощущение, что я на электрокаре еду. Крыша кайфовая, мне крыша нравится вообще. Камера берет вот ту проекцию, нет? Нет? Не видно вам, друзья, что вот там у меня на стекле скорость показывается? Это прям забавно, я такого не видел. Гонь, я вот думаю, как я быстро научился ездить на автомате, да? К хорошему быстро привыкаешь. 5 минут, и я уже... Сюда, да, сейчас? Класс. Слушайте, мне нравится. Прям прикольно. Прям очень прикольно. То ли потому, что новое. Скорее всего, потому что новое. Куда ставить? Или просто бросить? Давайте я просто брошу, потому что от греха подальше. Я и так проехал без аварий. Класс. Слушайте, друзья, ну кайфово. Мне очень понравилось. Такая вот крутая машина. Блин, прикольные у нее фары, да? Я просто пока менеджер паркуется, решил еще поснимать. Ну, такой сарайчик, сарайчик. В общем, друзья, вот такой автомобиль Havail Dargo. Вы, собственно, сами все видели. Не знаю, рекомендовать вам его к покупке, не рекомендовать. Я еще сам для себя не решил. В целом, мне нравится. Вот, опять же, повторюсь, что других импортных машин, кроме как китайские, у нас в стране, вероятнее всего, не предвидится. Так что пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Естественно, надо поставить лайк, хотя бы за то, что я сегодня красивый при галстуке. Я редко бываю на канале таким. Миклух Макфлай. Пока-пока.